В Украине вступил в силу закон, изменяющий движение на круговых перекрестках. Он был опубликован 28 апреля. Теперь при проезде перекрестков с круговым движением приоритет получают автомобили, которые уже двигаются по кругу. Таким образом, в Украине вводится в действие единая схема проезда перекрестков Roundabout, действующая в Европе. Однако, пока знаки на круговых перекрестках не заменили, водители должны следовать тем указателям, которые установлены, сообщают в полиции. В Запорожье новых знаков пока еще нет, но на их установку планируют потратить 500 000 гривен. По подсчетам городского департамента инфраструктуры, таких знаков нужно 390 штук.